прошелестело. Теперь тут пусто все, порой среди отар с герлыгой медленно пройдет старик овчар, порой присядет в тень охотник утомленный, да юркнет ящерка извилинкой зеленой, да смелый мальчуган, как я тайком удрав из дому, ляжет здесь меж горьких душных трав и будет слушать ночь в томленье непонятном о тайном, горестном, любимом, невозвратном. Лежу, вдруг издали таинственный возник, меняя высоту необъяснимый клик. Раскат серебряный, сирена ль заводская, безумный ли фагот до сердца приникая, див кличет. О, какой сумятицею полн! Я слушал этот вопль, прибой хруст кристальных волн. О, скалы черные, незнаемые земли! Ищи их, осязай, вдыхай и вижди, и внемли. Возвращение. Пароход подходит к пристани, пеня белые бугры, висит звезда над зубьями Митридатова холма. От ладони пахнет сыростью, губы солоны на вкус. Я вернулся, и неведомо, для чего вернулся я. По лобастому булыжнику рыбный рынок прохожу, где уже считают выручку, у фонариков клонясь. И сквозь темные проулочки в портовую пустоту вдруг пахнет с бульвара музыкой, и акацией пахнет. Мне домой идти не хочется, да и не за чем домой. Вот кофейня. Сяду к столику, папиросу раскурю, из окошек слышно щелканье лаконических шаров. Это будни лето. Молодость, одиночество мое. Моих стихотворений на вот такое же, тоже очень любимое. Дом на верхней Митридатской, черной арки, черный вход, точно дверь пещеры адской. Кто там жил и кто живет? Неуконно окна слепы, тусклым глянцем залиты, и огромных комнат склепы, полной гулкой пустоты. Рядом кроткие домишки, солнцем дружные дворы, где священствуют мальчишки в строгих правилах игры. Жизнь кругом, соленый ветер, даль лазурней женских слез. Джефф, известный кошкам сеттер, в тумбу тычет сочный нос. Но иду проулком длинным, а за мною не дыша, веет холодом за спинным дома страшного душа. Стихотворение написано в 1941 году, до великой катастрофы для нашей страны, началом Великой Отечественной войны. Кончилась война победой русского оружия. Поэт вернулся в Москву.
Поэт всегда остается поэтом, в каких бы жизненных обстоятельствах он ни находился. Но мы не найдем в его творчестве ни славословий, посвященных партии, ни строительству коммунизма и социализма, никаких посвященных этому поэм, как у некоторых оппозиционеров позднесоветского времени, которые благодаря своим славословиям, в общем-то, и вышли на литературный олимп, поднялись, ворвались. Его и не замечали, о нем его и печатали мало. Он, можно сказать, не считая его литературных, литературоведческих эссе и произведений, может, это и была его потребность уйти в это творчество. Он оставался предан своей идее, своему творческому пути. Вот, например, стихотворение его 46-го года. «Ай, хорошо, я на 3 километра заплыл, лежу, качаясь на спине. По животу скользит прохлада ветра, плечам тепло в полуденной волне. Двумерен мир, обрыв камыш-буруна, сам по себе синеет вдалеке. И у ресниц вплотную тает шхуна, как леденец в алмазном кипятке». Все мы можем вспомнить такие же картины жизни в этом тихом южном городочке. Январь 1950 года. Крепкий чай, холодная котлета, лампа золотая в 200 ватт, музыка с бульвара – это лето. Тихий дом, уют и мир, и лад, мягкий гром – поваркивает где-то, точно травят якорный канат. Никогда, о, никогда вовеки вечеру такому не бывать. Брось тереть натруженные веки, отложи заветную тетрадь. Все вольются реки в океан, в его слепую гладь. Поэт пишет о том, чего уже нельзя вернуть. Что было, то ушло. И никогда не вернется. Валившись в океан, в его слепую гладь. Пятьдесят второй год. И снова видение улиц горбатых. И раннего вечера с быстрым дождем. Лиловый булыжник мерцает на скатах, и в старой кофейне сидим мы и ждем. Чего неизвестно, кого непонятно, быть может, откинутой шторы в окне, в том доме напротив, быть может, невнятно, лепечущие песни о нежной волне. Девчонки, быть может, с глазами, как вишни, на дальнем бульваре, мелькнувшей вчера, или попросту радости легкой и лишней, как эти под летним дождем вечера. Никто нас не ждет, никуда нам не надо, мы тихо сидим, говоря ни о чем. Но странной тревогой ночная прохлада встает и сгущается там, за плечом. Певец, поэт писал о родном городе, о своих переживаниях, о прошлом. Не будучи там, он писал это все в Москве. И поэтому так логично звучит его эпитафия, написанная им в 41-м году. «На этой могильной стеле, прохожий добрый, прочти, здесь лег на покой Шенгели, исходивший свои пути. Исчез в благодатной лети тревожный маленький смерч,
А что он любил на свете? Нинку, стихи и Керчь.